Друзья, всем привет! Сегодня 17 мая, и мы закончили все работы по посадке огорода в теплице, в парниках. И сейчас хочу показать вам, что мы посадили в этом сезоне, что уже понемногу всходит. Так, ну вот первая грядка. Здесь у нас посажены томаты для открытого грунта. Пока что вот под укрытием. Эти томаты мы приобрели на центральном рынке. Посмотрим, что из них вырастет. Пока что вот так вот упакованы, показать вам не смогу. Дальше идет грядка с салатами. Различные салаты здесь посажены. Вот уже что-то всходит потихоньку, помаленьку. Далее идут огурцы, тоже в открытый грунт их посадили сегодня и закрыли пока под пленку. Вот они там такие еще маленькие сидят. В этой большой грядке сегодня высадили кукурузу. Кукуруза здесь у нас. Различные тоже сорта. Медовая, кубанская, насколько я помню. Ноа и попкорн. Вот сейчас она тут стоит. Ветром ее обдувает. Здесь этот ряд. Горох посажен. Тоже понемножечку вот начинает сходить. Сеточку специально такую натянули, чтобы он было куда ему цепляться. Здесь в середине у нас небольшая такая грядочка с баклажанами. Три куста баклажанов. Далее под затеняющей сеткой грядка с белокочанной капустой. Грядка у нас это 8 метров. Очень длинная. Сейчас покажу вам, какая капустка у нас. Вот ряд капусты белокочанной. Здесь бархатцы высадила от вредителей различных, чтобы никто ее не сожрал. Так, дальше идут небольшие грядки. Здесь у нас в этой чеснок. Между рядами посадили еще редис, посеяли. Вот он взошел. Это уже третий урожай, если будет. Далее грядка с морковью. Тоже морковка уже начинает сходить. Там тоже еще немножко редис посеяли. И здесь чеснок и редиска. Так, дальше что у нас здесь? В этой грядке сельдерей черешковый и корневой. Здесь различная зелень. Руккола вот повсходила. Там шпинат тоже взошел. Здесь грядка была с редиской. Редиску уже все съели. Здесь досадили лук, у нас остался. Здесь лук еще не взошел. Это самый последний. Вот уже вот эта грядка с луком зашла. Здесь тоже лук зашел.
Лучок такой. Это грядка с различной зеленью. Сельдерей, укроп, петрушка. Все здесь. Тоже вот уже сходит потихонечку. Помаленечку. Дальше грядка идет с горохом. Горох вот с одной стороны, с другой стороны. Тоже вот уже всходит наш горошек. Так, дальше грядка вот под укрытием. Здесь у нас цветная капуста. Сейчас я покажу. Эта грядка хорошо так открывается. Так, вот такая цветная капуста у нас. Так, закрываем. Далее идет грядка свекла. Свекла тоже повсходила. Здесь у нас фасоль. Фасоль пока ждем. Фасоль еще не взошла. Так, здесь у нас дальше идет грядка. Тоже пока все это укрыто. Здесь у нас посажены дыни. Сейчас посмотрим на дыни. Так. Откроем. Такие дыни. Здесь еще огурчик остался, воткнули. Дыньки будут у нас, надеюсь, вкусные. Так, пойдем дальше по нашему огородику. Здесь вот у нас большая грядка. Здесь посажен картофель. Картофель еще, конечно, не взошел. Ждем. Девчонки вот здесь веселятся. Дима вот он тут поилку повыше поставил на такую конструкцию, чтобы чистая вода была. Это все в песке было, да, девчонки? Все какие-то подкопы роют. Ну ладно, мы же смотрим огород. Дальше у нас здесь под укрытием арбузы. Попробуем посмотреть. Сейчас приоткрою немножко. Арбузы. Вот они, арбузики. Сидят. Здесь и наши, которые мы купили. Два кустика, сладкий мальчик мы прикупили. Остальные все наши там. Надо посмотреть название их. Потом подрастут, я скажу, что за название. Если будут хорошие. Так, ну все хорошо с ними тут, с арбузами. Сейчас посмотрим, что у нас в парниках и в теплице. Пойдем вот в этот первый парник. Здесь у нас две грядки с томатами. Томаты и перцы.
пока все закрыто. Закрываем на ночь этот парник, потому что ночью еще прохладно. Далее пойдем в следующий парник. Здесь у нас тоже две такие грядки с томатами. Такие томатики здесь. Так, ну а сейчас посмотрим, что у нас в основной теплице. Теплицы три грядки. По центру высадили томаты. Здесь уже такие томаты побольше. Помидорчики, смотрите, вон завязываются. Здесь уже такие гроздья висят. Так, этот ряд огурчики. Тоже уже вот с огурчиками. Где-то даже я и побольше видела. Вот салатный сорт. Посмотрите. Такие огурчики. Сорт практик. Еще где-то видела. Это сорт саунд. Тоже уже такие огурчики висят. Так, здесь тоже томаты. Ну а там ряд перцы. Перчики тоже уже висят. Посмотрим сейчас на наши перчики. Вот такие в теплице перчики. Что это за сорт? Джипси. Вот, смотрите. Здесь какой-то... А, гламур это. Тоже такие малюсенькие. Вот такие перчики. Здесь у меня еще стоят колеусы. Еще их не высаживала. Они любят тепло, поэтому ждут своего часа. Все, что из цветочной рассады, все рассадила, остались вот колеусы. Ну и чеснок тут у нас еще есть. Чеснок здесь уже тоже такой большой подрос. Ну вот так вот в основной теплице. Здесь у нас клубника. Такие две длинные грядки. Вообще у нас вот красота, конечно. Все деревья в цвету, ароматные. Вот и груша уже зацвела. Очень красиво. Здесь вот у меня кабачки. Вот три штуки посадила, но еще они не взошли. Жду.
Ну вот такой обзор нашего небольшого огорода на 17 мая. Всем пока!